Привет, с вами Ромоскрас. Сегодня мы поиграем в Clash of Clans на андроиде. Посмотрим, что у меня такое с базой, что это мой профиль. Такой вот профиль у меня, клана нет, исключили гады, но долгое время не играл в Clash of Clans, потому что не было у меня под рукой андроида. Вот. Сейчас на Windows сижу. Давайте соберем весь этот... доход, весь доход я уже собирал после того, как вошел. Так, давайте соберем грибы, елочки. Ну, кстати, очень много растений всяких, и это нам будет давать кристаллы, изумруды точнее. За эти изумруды мы можем ускорять все, вообще, короче, все мы можем за эти изумруды. Давайте сразу вот это вот ящик с кристаллами откроем и посмотрим, сколько же нам кристаллов из него выпадет. Я предполагаю, что выпадет 15, нет, скорее всего 25 кристаллов выпадет. Я надеюсь, что сотку дадут. Но это, наверное, так очень редко дают сотку. Или вообще не дают. Я думаю, 25 выпадет. Будем надеяться на лучшее. Пока что можно другие пособирать. Всякие растения. Так. И... 25, ну да, как я... говорил. Давайте соберем остальные растения таким вот образом. Нету у меня пока что кубка, там лиги нету, но считаю, у меня будет серебряная лига первая, скорее всего, или не первая, посмотрим. Соберем остальные растения, это полезно делать для заработка. Ну, у нас есть эликсир, мы можем себе позволить это все дело собирать. Ратуша у меня 8 уровня. Темная казарма 2 уровня есть, тоже крутая вещь. Вот, флаги разных стран. Тут что, новогодняя елка. Еще есть тут повозка с добычей. 110 тысяч и 98 тысяч. Ну, короче, видите, неплохо. Довольно-таки. Нажимаешь и показывает, сколько там добычи сразу же. Это не может не радовать. Давайте соберем остальные растения. Займет много времени, конечно, ну ладно. Собрать их все равно надо. Елки я не стал убирать, потому что, ну, они прикольные и это как украшение неплохо. Здесь они сами не исчезнут. Давайте соберем остальное. Надо, в принципе, обустраивать защиту вокруг моей крепости, это назовем, вокруг моей крепости, потому что нападают, и им у этих людей получается прорвать защиту. И они воруют всякие эликсир, там все дела, звезды, кубки воруют. Это мне бы не хотелось. Поэтому надо это дело защитить грамотно. Я не профессионал в этом деле. В данный момент у меня такая защита, как вы видите. Лучники обстреливают. Лучницы обстреливают это все. Поле. Даже снизу. Пушка тоже обстреливает. Вот эти дела у нас все снаружи размещены, потому что внутри места не хватило, но это нужно будет, конечно же, расширить. Но хотя, с другой стороны, тут не так уж много эликсира, сколько всего. Не вижу его надписи. Давайте, пропадайте. 6, ну, 6 тысяч не жалко, ребят, они прорвут. Мне кажется, они будут это все ломать. Оружие в них постреляют, орудие. Поэтому у нас есть, благодаря этим сооружениям, время... драгоценная, с помощью которого мы можем выиграть. Я тоже не буду апгрейд делать, потому что мне все больше и больше будет храниться, а этого мне не нужно. Так, так. 12 уровень, это типа, да, это типа последний. Давайте на последний. Вот, нет, это не последний, давайте улучшим. Так, улучшим тоже. У нас денег больше не хватает на улучшение, но это мы можем улучшить. Это не можем, это не мы. То есть еще 2 осталось. 2 сборщика эликсира нам улучшить, и все. Уже будет готово. Так, что еще можно? Защиту можно улучшить. Защиту можно улучшить, но нам не хватает на это денег. Да. Вообще не хватает на это денег. Мы тогда забор получаем, что ли? Стену, точнее. 200... Нифига себе. Ребята, 200 тысяч.
200 тысяч на забор. Это нормально вообще? Странно. Так. Тут у нас... Тут у нас ничего нельзя улучшить. Так, ну это тоже нельзя, да? Это можно, но опять же, очень дорого стоит улучшение. Я не знаю, как на эти улучшения накопить. Это, блин, это Unreal просто. Да, вообще ничего. Сокровищ. Нет, сокровищ. Не могу не накопить ни на что. Давайте улучшим забор, ладно. Так уж и быть. Все, у нас больше не осталось денег. Остались деньги, конечно, но некуда их девать. Давайте в бой посмотрим, что тут за звезды. Звездный бонус. Мне кажется, 5 звезд. Получите бонус. Бонус маленький, на самом деле. Будет достаточно сокровищницу. Давайте посмотрим остальные стены, что у нас. База нубская, но ее, блин, тоже будет тяжело прорвать. Давайте уже начнем это делать. Так, у нас лучники. Лучники — это самое опасное такое для воздушного шара. Давайте сейчас эту фигушку вот так вот сделаем. Так, давайте два хиллера поставим. Ой, ё-моё, как они выбивают эту собаку. Пошли. Одного этого типа пустим, одного этого мага. Ну все, должна быть извин. Должно быть, не факт, что будет. Ну, эликсир этого химка не буду тратить. Как они разносят, а? Ребят, мощная база, но... Ну вот так вот. Все бомбы, блин, словил. Три звезды. Так вот. Так, ну войска нам не вернулись, конечно. То, что они не возвращаются. Это жалко, конечно. Так, ладно, натренируем войска. Давайте сразу. Так, гигантов. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так, этого хватит нам по гигантам. Теперь раз. Два. Потом, что можно одного типа, хотя давайте, они ничего не дадут, конечно, особо, ладно, пофиг, пусть будут. Один воздушный шар, два. Так. Можно еще этих типов, и все. Теперь переходим к черному эликсиру, как он там называется. Ага, все, уже не достает эликсира нам. Так, соберем его. Все равно, да, не достает. У нас еще есть слоты, поэтому места для наших бойцов, поэтому еще наймем войска. Магов можно. Они тоже. Все, мы забили полностью это все дело. Все наши свободные места. И теперь можно будет в следующий раз атаковать, только у нас нет нифига зелек. А они нам нужны. У нас что? У нас там зелье хилки, значит, берем еще хилку. Она сразу две взялась. Ну, не знаю. Стоит ли она того? Ярость, что дает ярость? Увеличение урона, скорость 20. Ну, не знаю. Не, ребят, по-моему, лучше хилку взять. Все, нормально. Идеально. А так, у нас лаборатория должна быть. Вот. Тут у нас есть. У нас тут есть все, но мы не можем ничего исследовать. Потому что не хватает денег. А потом нужно будет строителя нанять последнего, все больше нельзя будет. У нас не хватает на это денег, конечно, нужно будет 2000 изумрудов. Вот так вот. Да, 2000 изумрудов надо будет. Но постепенно это можно накопить. Так, давайте, ну на бой мы сходили, собственно говоря. Миссию нашу выполнили, то есть один раз ходили на бой, это все улучшили, все, что можно улучшить. Так, гигантный динкут. Смотрите, я так понял, они по порядку ходят, то есть, допустим, в эту, хотя тут никого нет. То есть я думаю, сейчас
каком порядке они ходят, то есть какую наши бойцы выбирают первое место, какой первый лагерь они выбирают, но, видимо, все-таки в хаотичном, потому что два гиганта, тут один, а тут вообще нету. А, тут уже этот. Ну, короче, непонятно в каком порядке, но ладно, это и не важно. Самое главное, что у нас тут есть флаг России, он реально решает вопросы. В магазин зайдем, ресурсы скважины можем купить, но мы не можем купить скважину, потому что она стоит лям, миллион, а у нас нет миллиона на это. А, тут еще разные флажки есть, разных стран. Так, что еще есть? Древние. Ну, короче, тут декоративные вещи, нам неинтересно. Темную казарму, король варваров есть, ну, 10 тысяч опять же нужно, это дорого. Фабрика темных заклинаний даже есть. Ух, я не знал, что такое есть. Защита. У нас тоже дофига, кстати, есть для защиты. Вот, но... Что это такое? Упадите и отвлеките ничего не подозревающего противника жуткими, не очень живучими, но зато очень хитрыми скелетами. Ловушку скелетов в шкафу можно настроить на атаку наземных и воздушных войск. Ага. Так. Давайте попробуем, что это за фигнюшка. Маленький радиус, конечно, но ладно. Тут нас любят нападать с этой стороны. Давайте поставим сюда. Так вот. Ага, несколько можно поставить даже. Так вот, все. Земля, воздух. Блин, не знаю, давайте земля. Цель, это сейчас, которая стоит цель, да? Или нет? Взорвано. Вызвано создание 2. Земля. Я не знаю, какая цель настроена. То есть это означает то, что у нас сейчас земля стоит, или это поставим на цель землю? Земля. Не изменяется цены, ладно. Сделаем так. Соберем нашу всю добычу, которую мы добыли с помощью наших сборщиков. Так. Что еще есть в магазине? Защита. Давайте мины купим. Тоже хорошая вещь. Каким вот образом? Повысить уровень до 10, чтобы построить еще. Защита. Такс. Воздушная бомба поставим тоже. Сюда. Сюда. Нормалек магазин. Защита. Ловушка, вот эту вот фигнюшку поставим сюда тоже. Ловушка-фигнюшка. А, так. Такс. Все, магазин, защита. Что у нас еще тут есть? Ха-ха, воздушная что-то там. Ну, короче, вы поняли. Так, нужно поставить ее, это же будет. Каким-то образом. Ну, допустим. Так, ладно. Долго она будет строиться, но будет. Защита. Мы еще можем построить стену. Давайте гигантскую бомбу поставим тоже. Пусть вот тут вот это все дело бомбит у нас. Нет, давай. Ну, вот тут, ладно. Все, пусть бомбит. С удовольствием, как говорится. Так, так. Мортира. Ну, не знаю. Мортира. Можно поставить, можно. Давайте поставим. Сюда мы поставим. Все. Конечно, неграмотно расположил, далеко не грамотно. Есть нормальные базы, то есть у них как-то там устроено все, вах, у них не квадратика, а какие-то круги там вообще, ну, как соты в пчелиных ульях. Но я не знаю, как это так строить, и пока что будем так. Если научусь по-другому строить, построим по-другому, ребят. Вот такой вот был выпуск по Clash of Clans. Я надеюсь, вам понравилось. А если это так, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить новых видео. С вами был Ромус Крас. Всем удачи и пока.